Сегодня за 4 июля 2015. Строитель. Не упадет ничего? Нет. Так он подвигается, и смотри-ка. Только один минус никак не поднимается. Бей! Кого-то стоит. А где Виктор, Никита? Никита уехал, блин. Он забрал уехал. Свои вещи. И... Поехал, да? Мама, то за него помолиться надо. Прописку. Господи Боже наш, слава тебе. Отче наш, иже на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам здесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Мне кажется, крестится неправильно. Ну-ка, крестите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Вот где у тебя плечо? Вот. Вот соединение где, ямочка самая. До туда надо доносить. Тебе говорю. Ну-ка снова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Поклонимся. Повторяю, Иоанн Златоуст говорит, небрежного махания, как попало, бесы радуются. Смотришь? Я вот ни разу еще не видел, что патриарх правильно перекрестился. Ни разу. Что в этом есть? Путина больше половины видел правильно креститься. А теперь он, глядя на них, развратился, видать, как попало. Последнее вот это там, где хоронили они своего. Вчера кто придумал свет зажигать при свете сидеть? Я. А зачем? Чтобы они читали. Читали? Да. Я разве не предупреждал всех, что у нас ласточки над нами? И вы ходите, шевелитесь, для них из темноты выходит кто-то, они не видят кто. И она оттуда выпадывает, даже ласточка, ей сесть некуда, она в темноте полностью ослепленная. Я один забочусь о ласточках. Зачем, вам дня не хватило? Или сильно грамотные? Да нет, конечно, день-то пробаловались, до обеда со мной работали. Не зажигать свет здесь, ни нужды никакой нету, пока ласточки совсем не улетят. Еще неделя пройдет, они будут залетать. Как ты вчера приехал, ты иначе вообще ни одной не было. Видели, как сделал я большой противень, тазик водой. Кошка, чтобы не прыгнула, она прыгает, она там вот это всего, расстояние-то. А кошка-то разве так прыгает? Вы видели, как прыгает верный-то? Как мячик подскакивает. Игнат Тихонович, это вчера мы варенье мешали, и было темно. И Володя говорит, я включу свет. Так и мешайте там на кухне. Никакого извинения не может быть, когда ласточки погибли. Поэтому он и свет включил. Да он не должен был даже подходить к свету, отрезать его и все, раз не понимаете доброго слова. Почему я должен заботиться? Птиц не любите, не знаете. Почему никто не поставил воды им так? Вот так, чтобы кот не залез туда. А кот стоял все время уже на столе, наметился, как он не сожрал их. Вы прислушивайтесь. Значит, эти, чтобы работали на ошкурение, мне один нужен будет туда прийти на несколько минут. Колышки забиваю, а они лопаются, надо спилить их. Кто хорошо пилит? Отпилить, которое сходить где, ну, сидеть там, сиденье-то. И вот такие колышки такой толщины, они выше сидят. Это торчат, надо отпилить. Кто отпилит? Паша пойдет, он быстро бегает. Ну, остальные опять убирать туда. Сегодня уже окончательно убирать. Дядя Миша там закончит и начнет вам помогать. В туалет бегать не будет, уже сделано. Во, как вы нас раскочегарили, сестры. 20 лет не было туалета, ходили туда. А в один день только сразу четверо в протест заявили, а нам идти надо. Но мы и задумались, как они пошли, да идут, да дойдут ли, а может сейчас случится дорогой. Ну и давай скорее делать. Думаю, что к обеду туалет полностью будет сдан под ключ. Сегодня сделать костер, думаю. Прощание с Виктором Николаевичем, как со старшим воспитателем. Вряд ли он будет уже старший воспитатель, но это от него зависит, чтобы он заявление подал письменное.
на его место, и вот у меня Володя все это делает. Если он будет, то чтобы не по названию был только, а регулярно делал то, что раньше делал, должность. А с детьми возиться это все, и запись приходит, и все абсолютно надо смотреть, как они. Ну, вряд ли он будет здесь, у него теперь другая обслуга. Так что мы его с рук на руки передаем. Главное, что он для нас тут делал все, смотрел, и кони когда были, и баню истопить, и детей помыть, и там все перечисляется в стихотворении у нас. Виктора Николаевича заменить будет очень даже непросто, не во всем. Музыка осталась, все ушло, а то, что он составил песнопение, музыку, это осталось навсегда. Это уже в интернете известно. За стол. Вот вся наша гвардия. Сегодня у нас что получается? 25-е, наверное? 24-е. Июля. 27-го пугает. Все, закрыть. Игнать Тихоновича не трогай. Все, у него за столе стоит. Пошла воду святую давать. Хлеб у вас на столе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Воду не уроните, святая. Держите святой воды, ложки подайте. Ложки, хлеб у вас, вот на столе хлеб. Глаз сохранил так, Господь мне. Два года почти не открывался, кое-как. Ну, чтоб съел. Святой водой. И потом промывал, крестиком ставил. И глаз стал лучше видеть. Ох, мои голчата. Вот они. Смотрю, как они у меня. Давайте. О. Вот мои пингвинчики. Ну все, остальное мое. А. Когда точите, попробуйте, горький или не горький. Горький, пожалуй, снимайте.